фикс, они написали фикс на передачу массы, короче, на скрипт. А, который как агаровский? Ну да, чтобы как бы на других серверах, короче, чтобы нельзя было, короче, на агаровских серверах, на кастомных сборках, быстро массу передавай. И они тоже поставили, короче, стандартную задержку по дефолту 0,2 секунды. То есть у них тоже кормежка 5 шариков в секунду, не больше. Ну вот, у нас воруют. Я мастера съел, ха-ха-ха-ха. А я при этом только сейчас в чате вижу, он пишет: нет, не ешь меня. Мастер, sorry. I just had to do it because I could never eat you, you know. This was the only chance for me to eat you. Sorry, master. But it was fun, you know. Рубилакс пишет: я взорвал рутер. Блять, пиздец. Ты чувак вообще. Так. Ты крут, да. Кто-нибудь, закастуйте рез на ебаный мегарандом. Что такое рез? Вот ты скажи мне, что такое рез? Ну, закастуйте рез, это что? В моем понимании, в понимании большинства людей, которые играли в ММО, допустим, года, наверное, до 2010-го хотя бы. Ну? Рез — это ресюрект, это ебаное воскрешение. Понятно. А что здесь это они подразумевают, я вообще в душе не был. У тебя же рот, соединяйся, быстрее! Я могу его схавать, собачку. Но там, блядь, он опять поделенный. Они, смотри, видишь, они вирусы сверху поделили и поставили меня, короче, в позицию, что меня можно вирусом... Ты это, беги, тебя сейчас вирусом закидают. Я бегу, а хули толку-то? Вирусы быстрее плодите, меня убегают. Ну, как сказать, спорно. Вирусы быстрее. Однозначно быстрее плодить вирусы. Тебя еще один летят! Вижу. Покойся с миром. Юный рот. Ты совсем не набрал еще массы. Подожди. Сейчас есть шанс, если я... собачку там съем. Ей же нужно будет в центр респауна. Я еще режим придумал. Они массу передают. А я еще режим придумал. До этого доходишь до 22500, и вся оставшаяся масса записывается в топ. То есть все, что выше 22500. Масса. Оверкап. Но с точки зрения кода, я думаю, это адский пиздец, но просто так. Нет, это не сильно код, но нам надо будет дополнительную массу передавать. Но это как бы, знаешь, можно сделать, но по гемору немного, конечно. Гемор, да, не особо интересно, по идее. О, к нам пришел этот SPQR, который анимированный скин купил с молнией. А, где? Не вижу. Я не знаю, где, я просто вижу его в чате. С галочкой. Один он такой. Если его не фейканули, что помнишь. Они же не знают даже, какой этот. Не знают название его скина. Тоже верно. Не, ну может он где-то в топе появлялся. Но я пока не могу на карте найти. Ну я тоже не знаю, где он. Не видать. Совсем не видать. Там слева от меня вообще пиздец, конечно. Там, блядь, такие жирные, блядь, слева от меня, что я хуею. Снизу, кажется, тоже. О, блядь, вот у меня вирусы рождаются. Хэппинеса разбили. Хэппинес, сливайся в меня, господи. Не, хэппинес Рубилакса слился, блядь. Ну, ёпта, блядь. Нашел анимированный. Ёбни Рубилакса. Не могу. Так, пацаны, Рубилакса, ёбните быстро в чате. Быстро, пока я тут еще не дошел. Да, вот он, анимированный скин. Все, нормально смотрится? Ну, глюкно, но так забавно, в принципе. Элитно. О, ёбнули Рубилакса. Рубилакса ёбнули, блядь. Если это, конечно, не заманка какая-то. А, они сейчас меня на вирус будут подсаживать. Он сверху вирусов дохуя. Вон уже, блядь, все. Нихуя они там меня разъели. Знаешь, сколько у меня массы? 75. Зато живой. Спасибо, что живой. Ну, спасибо, что живой. Еще можно это на выживание сделать банально.
То есть, кто дольше находится онлайн на сервере до смерти, тот в топике. Что-то я тебя не понял. Как Black Hole, только вместо того, чтобы накачивать массу, нужно тупо выживать. То есть таймер крутится, крутится, дохнешь, таймер обнуляется. Чем больше таймер, тем больше... Да, но это типа для задротов режим, да? Ну да, просто знаешь, выживание. Нет, мы можем, смотри, можем делать это не как режим какой-то отдельный, можем просто ввести параметр. Не-не-не, да, можно как турнир это сделать. Вот для турнира будет удобно. Допустим, кто первый выживет, там, допустим, 5 минут, то этот балансу. Кто первый выживет 5 минут, слишком мало. Это если за ним охотиться не будут. Допустим, поставить лимит массы 1000. Нет, смотри, и типа в топе показывать, да, у кого какое время. Кто вообще всех прижался. Слушай, реально, вот этот режим, я бы его сделал, в принципе, несложно, его можно сделать. Но, блин, у нас список режимов, это вообще писец, блин, я чувствую скоро. Не, надо завести скриншоты, надо завести еще до черта всего, и нужно нанять гражданина, чтобы он делал тот самый сайт, о котором мы говорили. Не знаю, стоит ли это сейчас публиковать или нет. Какой? Ну, этот, как его, Армори. А, понял. Ну, да, но это все после Нового года. Ну, да. Ну, блядь, Новый год вообще-то завтра. Блядь, ты думаешь, реально думаешь, я буду в полночь сидеть в чашке, что ли? Ну, я буду. Нет, но в силу... Нет, сейчас, чтобы кое-что не объяснять, в силу определенных обстоятельств, я вполне могу в полночь зайти в чашку. Ну, ты понимаешь, о чем. А, да. Да, то есть я вполне могу в полночь зайти в чашку. Просто я не знаю, какое у меня будет состояние. Не, я-то просто уже отметил, типа, как бы. Ты уже отметил? Вчера в поход ходил. А. Нам тут предлагает какая-то няша это... левелы вести. Типа, набрал столько массы, левел получил. Да это, блядь, чушь, это задротство. Ну вы понимаете, что вас в жопу ебут? Вас заставляют задротить в этот ебучий агар не потому, что вам нравится, а потому что, ну, быстрее набрать левел. А если я наберу левел, то у меня будет больше массы. Если у меня будет больше массы, то у меня будет еще больше левел. Китлин меня доело все-таки. Анус, ты вообще четкий, голос тоже приятный. Не анус, ты вообще четкий голос. Да, я не анус. О, Феб возле меня. Феб, сучка, меня кормит. Там, а там Каспийский груз, я не знаю, они в тиме или нет, я не могу понять. Блять, кто вообще Каспийский груз слушает? Это же хуйня какая-то. Блять, так Кейтлин нам пришла, опять всех пожрала. Я еще забаню нахуй. Там какой-то француз в эти мочераторы прячется. Ну и чего, нахер нам надо? Я не знаю. Нет, не хочу никаких. Нам хватает этого. Это что, звездец, что ли? Чего потом? Весенок 3D. А, да, там явно звездец ходит. Да, а звездец говорит, что он ливнул, а опять здесь ходит. Что за прикол, не понял. Звездец меня фидит. Звездец пошел меня фидить. Он мне что-то кошка рута заорала. Че ты кричишь? Что-то орёт. Слышишь её? Да слышу. Все слышат. Чё киса? Чё, в туалете непорядок, что ли? Чё, похавала в туалете? Сходила в туалет? Ну, бывает. Рома, ты лучший. Который Рома? Нас типа два же Рома. Не, Анус, выходи за меня. Принцесса, фотку-то давай покажи, может, и выйду. Сайленс пишет, что лак. Какой лак? Вот я на калькуляторе играю. И Сайленс такой возле меня, там с кем-то в тиме, блядь. Собачка.
Да вы задрали, сейчас я собачку забаню. В смысле, масляную солью. Где она? А, вот она, собачка. Убить. Оп, и нет массы. Сразу на карте легче дышать. Сайленс с визитцом там тут появляется. Что-то принцесса пропала. Фотку пошла гуглить. Что там Мегарандом-то проверил? А, да, точно. Мертво. Мертво! Блять, может это кэш? Ну, пожалуйста. Ну, кэш какой же, залогинись, да зайди, или под анонимкой. Да я уже потыкал и так, и сяк. О, у меня непристойная какая-то фидит. Это какой ник непристойный? По-любому там какая-нибудь баба, чувак какой-нибудь прыщавый сидит. Бобер, еще раз напишешь Go Virus Farce, я тебя забаню, блядь. Солидарен. Принцесса, и что, что ты тут? Давай фотку быстро. Замуж она собралась. Сейчас тебе это ЦПВЛС пришлет. Ну, я... принцесса, не пошла бы ты в жопу? Привет, давай. Ромы, сколько лет? 42. Да, Феб, я играю, что хотел. Нехватка чего? Да там парниша спрашивает, сколько лет, и при этом не в курсе, что такое восклицательные, вопросительные и прочие знаки. Это тонкий прикол. Ну, не очень. Комка что-то, какую-то ссылку про рандом это скинула. Блять, это релакс, релаксы. Это другие рандомы, ну говорю, мне лень. Ну, просто подождем, пока это дерьмище откликнется. Ой, блядь. Что там у нас на стриме-то? Стрим-то вообще работает, не? А, у меня стрим вообще завис. А, ну, в пятницу завис. Я вроде стрим. А ты такая, что у тебя стрим-то был? В спектаторе или что, я просто не знаю. А, да, в спектаторе. Я на это на анимированный скин смотрю. Мне кажется, скоро и этот хаб пробежит. Анимацию делать. Так. Какой-то чувак жалуется, что его не злопослало. И чё? Рандом крякнули, пишет Сергей Казаков. Мы не крякнули его, когда-нибудь очнется. Ну или если не очнется, ну не знаю. Завтра разыграем каким-нибудь. Пошарюсь, посмотрю. Все равно вот этот финал конкурса по этим. До завтра мне эти золотые ники из альбома разбирать. Ну или не мне, а может кому-нибудь. Ник Голд сливает пароль от золотого ника. Чувак, ты дебил, что ли? Он публичный. Это мы показали вам, как это будет выглядеть. Вот. Так. У меня уже 98 подписонов.